Всем привет! Сегодня специально для Охотника.нет я расскажу о винтовке фирмы Диана. Это Диана 48. У нас модель в дереве. Существует также модель под названием Black Knight. Это винтовка в черном пластике. Кому-то она понравится больше, так как пластиковая ложа практичней, в принципе, современней. Вот данная винтовка исполнена в классическом дереве. Ну, что можно рассказать об этой винтовке? Эта винтовка имеет боковой взвод, то есть посредством отвода бокового рычага она заряжается. Имеет она прицельные приспособления, в отличие от более новых моделей Диан с боковым взводом, то есть мушку и целик, которые настраиваются достаточно точно, позволяя стрелять без применения оптического прицела. Чтобы стрелять на более дальние расстояния, можно установить на эту винтовку оптический прицел, либо коллиматорный. Для установки оптического прицела на винтовке предусмотрено крепление ласточкин хвост. Для нее идеально будут подходить моноблоки. Кольт ставить, в принципе, не рекомендуется, потому что они имеют менее прочную конструкцию и будут иногда съезжать, так как винтовка имеет достаточно сильную двойную отдачу. После того, как вы взвели винтовку, зарядили ее, встает положение блокировки автоматический предохранитель. Перед тем, как выстрелить, вы его, собственно, снимаете и можете спокойно стрелять. Винтовка весит 4 килограмма, что на значительную долю легче, чем модель 54-56. Скорость пули у этой винтовки до 300 метров в секунду. Обычно люди посредством отрезки пружины обеспечивают себе скорость около 250 метров в секунду. Все, что больше, достигается либо легкими пулями, либо в ущерб точности винтовки. А эта винтовка именно для точной стрельбы. Именно у этой модели спуск Т-06. Это самый современный спуск фирмы Диана. Также он производится в Германии. Винтовки все имеют свой серийный номер. По нему можно посмотреть год изготовления винтовки на сайте. Также хочу отметить удобный резиновый затыльник, который немножко сглаживает двойную отдачу этих винтовок. Ну что я могу сказать? Хорошая винтовка. У нас в Охотника.нет они продаются, вы можете заказать, и мы вам ее привезем или доставим по всей России. Всем удачи!